Эксперты нашли множество несоответствий русского варианта действующей конституции с кыргызским. По их мнению, во многом это связано с тем, что ошибки были допущены в процессе перевода текста с официального языка на государственный. Над текстом основного закона сейчас работает специальная комиссия, состоящая из 9 лингвистов. Продолжение темы далее. О том, что русский вариант основного закона не соответствует кыргызскому, говорят на протяжении 6 лет. Однако лингвистической экспертизы еще не проводили. Все оставалось на уровне разговоров. 2 года назад эту проблему вместе с единомышленниками решил исследовать эксперт-лингвист Сыртпай Мусаев. Мы сравнили русский вариант Конституции с кыргызским, проанализировали буквально каждую статью, правильно ли перевели, не исказился ли при этом смысл. Вот над этой проблемой я и работаю последние 2 года. Специалисты утверждают, что авторы взяли за основу Конституцию на русском языке. Однако над качественным переводом на кыргызский никто особо не работал. Ошибок много, утверждают лингвисты. Неправильное применение языковых норм может поменять смысл всего текста. И неправильный перевод слов встречается, если не в каждой статье, то во многих это точно. Несоответствие текстов – еще полбеды. Некоторые статьи на русском языке противоречат этим же статьям на кыргызском, говорят специалисты. Очень много несоответствий. Даже есть такие моменты, вот, допустим, статья на русском написана в одном формате, на кыргызском – в другом. Поэтому смысл разный, да? Некоторые понятия, некоторые основные положения, они просто выпали в одном из этих вариантов. Есть противоречия между статьями основного закона. Есть очень много повторений, вот поэтому их надо привести в порядок. Вот поэтому конституционная реформа, она нужна. Независимая комиссия обещает вынести свое экспертное заключение в ближайшее время. С результатами экспертизы я ознакомлю правительство. Вот сейчас мнения разделились. Одни кричат, нужно менять конституцию, другие кричат, что нельзя. А я этим сторонам тоже представлю результаты экспертизы и оппозиции, и власти. Эксперты-лингвисты утверждают, что созданная комиссия и экспертиза текста Конституции – это их личная инициатива. Работу начали задолго до разговоров о конституционной реформе, а значит, отношения к политическим играм не имеем, заявляют они. Канат Каниметов, Бактур Сундишенбеков, Общественный первый канал.